Всем привет! В этом видео о том, как узнать пароль от Wi-Fi в Windows 11. Сначала, как узнать пароль Wi-Fi сети, к которой вы сейчас подключены, а потом, как узнать пароль Wi-Fi от любой сохраненной на компьютере или ноутбуке сети Wi-Fi. Итак, поехали. Сначала первый способ. Узнаем пароль сети, к которой вы подключены. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск», выбираем пункт «Выполнить», или можно нажать клавиши Windows R на клавиатуре. Вводим следующую команду ncpa.cpl. Команду я укажу в описании под видео. Нажимаем «Ок». У вас откроется список беспроводных и других сетей на компьютере. Выбираем беспроводную сеть, активную на данный момент, правый клик по ней и состояние. Далее, в этом окне нажимаем «Свойства беспроводной сети» и переключаемся на вкладку «Безопасность». На вкладке «Безопасность» для этого обязательно должны быть права администратора на компьютере. Отмечаем отметку «Отображать вводимые знаки», и вот эти кружочки у нас поменяются на ваш пароль от текущей Wi-Fi сети, соответственно, его можно будет использовать для подключения каких-то других устройств. Это первый способ. Второй способ позволяет нам посмотреть пароль Wi-Fi от любой сохраненной сети на вашем компьютере или ноутбуке с Windows 11. Итак, что делаем? Нажимаем правой кнопкой мыши по кнопке «Пуск» и запускаем терминал Windows от имени администратора, то есть вот этот пункт. У вас запускается терминал Windows, в нем по умолчанию будет открыт либо PowerShell, либо командная строка, если вы настраивали отдельно. Вводим следующую команду, команда также будет в описании под видео. Netsh, пробел VLAN, show profiles. У вас отобразится список всех сохраненных Wi-Fi сетей на компьютере. То есть у меня вот эти 4 сети. Например, я хочу узнать пароль Wi-Fi сети, которая вот эта Galaxy Tab S7. Я ввожу следующую команду. Опять же, команда будет в описании под видео. Netsh VLAN show profile name равно. Далее имя этой сети. Если имя содержит пробелы, как у меня, то возьмите его в кавычки. То есть вот таким вот образом. Пробел key равно clear. Нажимаем Enter, и у нас отображаются все свойства этой сети. Что нас интересует? Нас интересуют параметры безопасности. И здесь содержимое ключа. Это и есть пароль от Wi-Fi сети, который можно использовать для подключения. Соответственно, это у нас второй метод. Есть и дополнительные методы посмотреть сохраненные пароли Wi-Fi, например, программка Wireless KeyView от Nearsoft. Единственное, антивирус на нее может ругаться, но суть такая: запускаем программку, она показывает список всех ваших беспроводных сетей, сохраненных на компьютере, и в столбце Key вы увидите, соответственно, пароль от Wi-Fi. Есть и другие программки такого же типа. Также, если вдруг у вас не сохранен пароль, или почему-то не получается посмотреть, нет, например, прав администратора, но при этом вы можете зайти в настройки вашего роутера, с какого-то устройства, которое подключено к Wi-Fi, то можете зайти в веб-интерфейс настроек, и, как правило, в настройках беспроводной сети, защита беспроводного режима, например, это на TP-Link, параметры безопасности Wi-Fi на D-Link, ну и, в общем-то, на других роутерах примерно то же самое, там, как правило, можно посмотреть пароль от Wi-Fi, он также может называться ключ безопасности сети, и, соответственно, таким вот образом его узнать. Заодно вы можете посмотреть пароль Wi-Fi на Android, есть у меня и статья, и видео на эту тему. И, в общем-то, пожалуй, все. Надеюсь, справитесь. На этом все. Спасибо за внимание. Удачи вам.